Ребята, у нас сегодня будет розыгрыш сразу из двух видео. Как я и обещал, мы разыграем вот этот вот классный набор таких крупных воблеров от Цуёки. Я уже, кстати, проверил те кренки, про которые я вам рассказывал. Правда, проверил не по головлю, а проверил по щуке. И на одних из соревнований, в одном из туров, именно кренки от Цуёки себя очень хорошо показали. И я скажу так, решили судьбу этого тура. И мы поймали больше всех рыб среди всех участников за тур на этот кренк. Вот. Но сегодня мы еще разыграем с вами вот эту классную кепку. Это кепка, предоставленная картой рыбака. Она посвящена турниру Пайкап. Примечательность и ценность этой кепки в том, что, ну, во-первых, это лимитированная версия. Это кепки от итальянского бренда. Но самое главное, что я вам обещал, что кепочки будут с автографами победителей турнира Пайкап профессиональной лиги. И вот первый этап выиграл Саша Дегтяренко, тот, который, в принципе, очень часто выигрывает. И Саша оставил свой автограф. Расписывали специально черным маркером, то есть по факту автограф тут есть, как бы, да, но не сильно он бросается в глаза, чтобы в этой кепке можно было ходить. Раритет, ребята, между прочим. Вот. Ну, еще вы у меня на столе видите вот эти два замечательных спиннинга. То есть это спиннинги новинки от Дайва. Это Дайва Ниндзя новая 21 года и Дайва Фуэго. Мы их, конечно, сегодня разыгрывать не будем, но я вам расскажу, почему они у меня на столе лежат. В первую очередь, то есть я их взял, ну, на тест, на обзор, потому что часто вы интересуетесь именно вот этой вот бюджетной линейкой, да, и как раз я взял ее испытать. Но после обзоров мы их обязательно разыграем. То есть это призы, ребята, для вас. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь на канале. У нас очень много будет розыгрышей и очень много будет интересного контента. Ну, а сейчас давайте не будем затягивать. И перейдем непосредственно к той процедуре, ради чего мы сегодня с вами собрались. Значит, нам поможет рандомайзер сайт. Напомню, про условия были, как всегда, очень простые. Нужно было подписанным быть на мой канал, поставить лайк, ну, либо дизлайк, если вам не понравилось видео, призовому этому видео, да, и написать абсолютно любой комментарий. Сейчас мы в случайном порядке выберем счастливчика, который получит, ну, для начала давайте, наверное, разыграем вот эту вот классную кепку. Ребята, приступаем. Так, ну что, копируем ссылочку нашу, открываем рандом, вставляем. Вот видите, определилось наше видео уже. У нас 383 участника, 383 комментария. Соответственно, среди них мы сейчас выберем этого счастливчика. Нажимаем старт. Ну, а пока крутится барабан, хочу сказать, что неделю не выходили никакие видео, потому что мы совместно с Вовой Воротняком очень много тренировались, то есть мы не находились, скажем так, в домашних условиях, и можно сказать, что это были не рыбалки, это были больше тренировки на водоемах, на которых проходили соревнования, и плюс два подряд турнира, поэтому банально было некогда. Но на этой неделе я еду в очень интересную рыбалку, и у нас есть первый победитель, Алекс Дорн. Это не Ваня Дорн, который там стыдся мэн. Алекс Дорн, дякую за инфу. Давайте проверяем аккаунт. Смотрим подписки. Где тут у нас каналы? Так, все. Есть. Мой канал есть. Подписка есть. Комментарии есть. Я тебя поздравляю. Пиши мне в личку, все ссылочки есть в описании под этим видео, поэтому пиши мне на почту, и кепочка отправится к тебе. Вот, так я на этой неделе отправляюсь в очень интересную, так сказать, поездку. Мы едем ловить белого хищника, но едем ловить с берега жереха. Поэтому, ребята, ждите видео, будет очень интересно. Я постараюсь снять их сразу два. В первом видео мы снимем теорию, как ловить, где ловить, на что ловить. И второе видео, надеюсь, получится практическое, что мы что-нибудь поймаем. Ну, не просто что-нибудь, а поймаем нормальных рыб. Так, ребят, давайте сейчас мы с вами разыграем вот этот набор воблеров. Тут, кстати, подобраны именно те модели, которые очень востребованы в линейке воблеров Цуёки.
То есть я специально пообщался с производителем, с ребятами, и они мне прислали вот 4 воблера, которые самые-самые покупаемые. Вот, и мы сейчас их разыграем сразу же все 4 для одного из вас. Так, ребят, давайте выбираем. Это у нас будет вот это видео, да, в котором мы с вами рассматривали кренки на головля. Я копирую ссылочку. Это мы дело закрываем, вставляем сюда. Смотрим, тут у нас уже поболее, 621 участник, да, и сейчас мы с вами сделаем розыгрыш. Нажимаем на старт. Ну, если кто-то не выиграет сегодня, не расстраивайтесь. Впереди еще много будет у нас розыгрышей, много интересного контента. Поэтому, ребята, смотрите, участвуйте, и обязательно удача вам улыбнется. Так, у нас барабанная дробь. Барабанная дробь. Бабах! Андрей Романенко. Знаю этого подписчика не лично, но он очень активный, очень много комментирует мои видео, поэтому с удовольствием, я уверен, что он подписан на меня, потому что почти в каждом видео он оставляет комментарии, поэтому с удовольствием, Андрей, я тебе отправлю твой приз, и комментарий у нас звучит так. Люблю ловить головой и вязко, и не только. Бомба, ни хвоста, ни чешуи, спасибо за информацию. Так, давайте проверим сейчас подписку. Смотрим. Ну, я знаю, что он подписан по-любому. Так, есть подписка на мой канал. Андрей, я тебя поздравляю. По-моему, даже ты в каком-то видео писал, что никак не можешь ничего выиграть, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, ты получаешь от меня 4 вот этих замечательных воблера. Так, все, пишите мне, ребята, на почту. Почта в описании под видео. И за свой счет я вам отправляю эти замечательные призы. А сейчас хочу сказать всем спасибо, что смотрели. Лайк ставим этому видео. И увидимся, ребята, на рыбалках. Пока!